Дорогие друзья, всем добрый вечер. Мы у Сенечки на его красивой поляночке, на его волшебной полянке. Ваши письма у меня в руках. И сейчас я буду вкладывать их в ящичек нашему любимому почтальону. А Сенечка поторопится все передать. Писем много накопилось. У Сенечки много работы. Все ваши письма будут доставлены по назначению. Еще у нашего любимого медведя появились помощники. Это вот такие ящерки, которые ему тоже помогают в случае, если что, у него много работы. Опускаем письма. У Сенечки очень красиво. Многие уже, наверное, видели его дерево желаний, дерево исполнения желаний. И каждый желающий может приехать и завязать ленточку. И ваше желание обязательно-обязательно исполнится. Потому что наш почтальон, он волшебный, радужный, он замечательный. И он поможет, чтобы ваши желания все исполнялись. И попросит ваших питомцев прийти к вам во сне, чтобы вам не было так грустно, тяжело на душе. Вы знаете, что наш Сенечка все это может. Каждую записочку тщательно вкладываются в Сенечки ящичек. Вот и большие здесь записочки. Многие имена уже знакомы. Кингану и другим питомцам. За все это время, сколько существует наша волшебная почта, а 26 июня будет уже год, как она существует, мы уже сроднились с вашими питомцами. Сенечка, наш дружелюбный медведь, со всеми подружился. Конечно же, он с радостью торопится передать ваши письма вашим любимым питомцам. Флюк. Тоже знакомое имя Флюк. Все-все-все. Без задержек отправляются к вашим питомцам. И мое письмецо. Друзья, пишите. Наш почтальон ждет ваши письма и будет рад доставить их вашим любимым.